Представители 25 чувашских национально-культурных объединений из России, Беларуси, Эстонии съехали в столицу исторической родины, город Чебоксары, в День Республики. Повестка, которую предложил Чувашский национальный конгресс, по-прежнему актуальна. Сохранение народных традиций и культуры, воспитание молодежи патриотизма и уважение к этническому многообразию России. В последние годы проводится большая работа по укреплению межнационального согласия и общественной стабильности, развитию межрегиональных культурных связей между субъектами России. По состоянию на 1 января 2018 года за пределами республики действуют 103 национально-культурных объединений Чувашии. Они образованы в 37 субъектах Российской Федерации и 6 зарубежных странах. В последние годы во многом благодаря активности ЧНК в субъектах Российской Федерации и зарубежных странах, где проживают чуваши, широко начали проводиться республиканские, областные, национальные праздники и фестивали. А в столице республики прошел 6-й всечувашский Агадуй. Поздравляя жителей и гостей региона, глава Чувашии отметил, ежегодное проведение национальных праздников позволяет шире демонстрировать красоту национальных нарядов, уникальные традиции, духовное богатство чувашского народа. Наша задача – сохранить это бесценное богатство и передать его молодому поколению, подчеркнул он.